была сная лекция «Жизнь замечательных людей» к Сихире Сергею Есенину. «Не грусти, моя родная, успокойся, это только тяготная бред. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видел умереть. Я вернусь, когда распустит ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не будет, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не грусти того, что не сбылось. Слишком ранней утраты усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться обо мне не надо, это только тяготная песня. Не такой уж горький я, опять повторение идет. Я вернусь, когда распустят ветви по весеннему наш белый сад. Только ты меня уж не рассвети, не буди, как 8 лет назад.